Надежда и фундамент китайско-американских отношений в народе, будущее в молодежи, а жизненная сила в регионах. Об этих словах председателя КНР Си Цзиньпина напомнил глава медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в ходе китайско-американского диалога по гуманитарным обменам. Мероприятие с участием общественных деятелей двух стран состоялось в Сан-Франциско. Генеральный директор CMG отметил, что недавняя встреча лидеров КНР и США привлекла внимание всего мира. «Для развития межгосударственных связей необходимо объединить силы всех сторон», подчеркнул глава холдинга. По его словам, будучи крупнейшей в мире международной медиагруппой, CMG делает все возможное для укрепления контактов между народами Китая и США. В ходе встречи медиакорпорация Китая заключила меморандум о сотрудничестве с Китайско-американской ассоциацией студенческих обменов, фондом авиационного наследия и фондом Хелен Фостер Сноу. Подписанные документы о расширении кооперации в области культуры, СМИ и образования придадут новый импульс развитию китайско-американских гуманитарных связей.